А вы-то в плен тоже берете украинцев? Или вам не приходится в плен брать? Ну как тут вон брали? Ну вы брали, именно ваше там, ваше вот. Да. И ну говорят, их... что это. Ну и он там в туалет хотел сильно, ему сказали, типа, сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи и поедешь. Все, он пошел на ему в спину. Вот они так и делают. А? Я говорю, вот они так и делают, сволочь. Да нет, в смысле это... Нет. Его, вот, хохла. Я про хохлов и говорю, что они своих расстреливают. Да нет, мы вот тут. Он там ныл, все говорит, что это... Когда домой, в туалет он хотел, вот, ну, говорят, ну, сейчас поедешь. Говорит, иди в туалет сходи, сейчас поедешь. Все, он только отвернулся. Да, да, да. Ага. Ну, куда его девать? А куда вы их вообще деваете? Куда вы их кому? Че? Вы кому их потом отдаете? Да я говорю, никому их не отдают, вот, все, его расстреляли.